Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Одинцовская госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, связанное с безопасностью пассажиров в маршрутном транспорте. Автобусы и маршрутное такси – наиболее популярные виды общественного транспорта среди жителей Москвы и Подмосковья. А безопасность пассажиров является приоритетной задачей для дорожных надзорных служб. Одинцовская госавтоинспекция совместно с Ространснадзором еще раз напомнили жителям округа об основных правилах проезда. Уважаемые пассажиры, обращаю ваше внимание на безопасность в пассажирском транспорте. Необходимо держаться за поручни во избежание травматизма. Также не рекомендуется задерживаться в дверях при посадке и высадке, использовать мобильные телефоны, стоя при движении автомобиля, и загромождать проходы вещами. В ходе профилактической инспекции «Безопасный пассажир» сотрудники провели дополнительный инструктаж водителей, проверили документы, техническое состояние транспорта и наличие в нем обязательных устройств. Все, тахограф все работает, да? Конечно. Аптечка. Так, аптечку, да, можно аптечку. Пожалуйста. Приоритетными задачами остаются недопущение ДТП автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки. В связи с этим проводится профилактическое мероприятие с водительским составом о соблюдении ПДД. Исключить пользование водителем автобусов во время движения мобильными телефонами, а также принимать плату за проезд во время движения. В рамках мероприятия госавтоинспекторы еще раз напомнили водителям о допустимом скоростном режиме движения и других мерах предотвращения ДТП. А пассажирам раздали памятки с рекомендациями по безопасному поведению в общественном транспорте. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».